Очередная минутка моей жизни. Очень простая. Начались каникулы у детей. И частично я тоже ухожу на каникулы. Потому что нужно быть с малышами в каких-то определенных моментах. Мы гуляем. Сегодня первый день. Такая хорошая погода. У нас еще не все закончили школу. Ну вот Ромочка и Дусенька уже все. Поэтому мы вышли, сделали сегодня доверенность на Карину. Начинаем обходить врачей. Карина учится сегодня, пишет диктант контрольный вместе со Стасиком. А мы вот гуляем, наслаждаемся. Есть у меня пару часиков свободных. Наслаждаемся погодкой. Небо сегодня красивое, голубое. Дай Бог всем нам мирного неба.